Продолжим международными новостями. Один человек погиб при взрыве газа в Нижнем Тагиле. Еще 8 человек остаются под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Число пострадавших выросло до 10, среди них 5 детей. Взрыв произошел в 5-этажном жилом доме, где полностью разрушен один из подъездов. Под завалами находятся люди. На месте работают спасательные службы. По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка бытового газа. Уголовное дело заведено по статье «Оказание небезопасных услуг». Как стало известно из данных портала местного ЖКХ, дом не был аварийным.